Завершился зональный этап турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора. В средневозрастной группе слаянским футболистам удалось выйти в финал соревнований. За выход в финал приехали побороться 8 команд. Славянский район представляла команда «Виктория» под руководством Илгара Абдурахманова. Наши ребята обыграли Крымский район и сборную города Новороссийска. С красноармейскими футболистами сыграли в ничью. В финале за первое-второе место «Виктория» встретилась с командой Абинского района. Славянцы половину второго тайма играли вчетвером. Двоих игроков судья удалил в целях воспитательной работы с болельщиками. Но это не помешало юным спортсменам обыграть своих соперников со счетом 3-1. Победителям предстоит отстаивать честь Славянского района в финале всекубанского турнира, который пройдет в Краснодаре с 9 по 10 августа.